Анастасия Макеева, Глеб Матвейчук, Григорий Чернецов, Олег Шоумаров, Максим Маклаков, Вадим Ананин, Валерий Гаува, Сергей Кузнецов, Алексей Скачков, Роман Валудов и дважды краснознаменный ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова, начальник и художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации, полковник Геннадий Сычнюк. С праздником вас, дорогие ленинградцы, с Ленинградским Днем Победы!